Ребята, добрый день. Мы находимся в Астане на фабрике «Звезд». И тут у вас замечательная девушка, которая зовут Лилия. Лилия, сколько тебе лет? Мне 20. 20 лет. Замечательно. Сколько лет ты пользуешься продукцией? 19. 19 лет. Кто-то из родственников, насколько я понимаю. Да. Мама, тетя? Вся моя семья, бабушка, дедушка, тетя, родители. Замечательно. Ну и ты по традиции пришла когда-то в клуб, естественно. Стала стажироваться, насколько я понимаю. Да. Когда это было? В возрасте 15 лет, 5 лет назад, я попала в клуб, помогала родственникам наполнять клуб с улицы, привозила за руку людей в клуб. Люди оставались, получали результаты, потихоньку подо мной строилась организация. Во сколько лет ты оформила лицензию? Сколько тебе было? В возрасте 15 лет я оформила лицензию, но сама активно начала работать только через 2 года. То есть через 2 года? Школы, да. Сейчас у тебя твой собственный клуб? Да. Правильно? Сколько у тебя людей ходит в клуб? Ежедневных посещений 30 вместе со стажерами. Замечательно. Сколько у тебя уже клубов есть в твоей организации? В моей организации 8 клубов в разных городах. Очень хорошо. Ты уже какой статус? Я член команды Get Team. Член команды Get Team. Какие планы на будущее? На будущее закрыть миллионерскую команду, ну и попасть в Charmless Club. Оба. Президентскую команду мы минуем мимо. Ну ладно, основной это твой взгляд. Вот как ты приглашаешь людей? В основном мой сейчас основной рынок это горячий, то есть через клубников я развиваю глубину. Первая моя линия строится, естественно, с каких-то разговоров, то есть там банки, магазины, еще что-то. То есть, ты везде видишь людей, как ты их приглашаешь, вот в двух словах. Да. Вот скажем, ты пришла в банк, кто-то тебя обслужил. Мне понравилось, что люди меня обслужили, я говорю, спасибо вам большое, мне понравилось, как меня обслужили. Дело в том, что я являюсь организатором клуба «Здоровый образ жизни», я могу для вас провести бесплатную консультацию по вопросам сбалансированного питания, вообще хорошего самочувствия. Умничка. У нас есть специальный аппарат, он может вас прискать, ну, вы узнаете какие-то показатели, вам это интересно, я могу для вас сделать консультацию бесплатно. Отлично. Ну и на улице ты делаешь вопросы иногда? Да, обязательно. Как ты это делаешь? Вот текст какой-то есть у тебя? Да, мой любимый. Мы по разным текстам работаем, соцопросы и ходим по домам, то есть мы ваши соседи. Но мой любимый текст, то есть я выхожу, говорю, здравствуйте, вы слышали, что здесь работает клуб «Здоровый образ жизни»? Нет, а что это? Говорю, у нас в связи с открытием сейчас проходит акция, то есть вы можете пройти консультацию, бесплатно узнаете какие-то показатели своего организма. Опять же, если вам это интересно, это будет для вас совершенно бесплатно. Замечательно. Все, до встречи на экстравагансе. Огромное спасибо. До свидания.